еще 10 вот минут, мне уже все здесь, понимаешь? Чемодан здесь, внизу, черный. Да. Ну что, одно деление. Сколько уже едем? 11:30. 4:30. Одно деление на аккумуляторе. Осталось? Упало. Кто-то? Кто? Ну, кто-то. Сколько там у вас температура? Ночью-то все изменится. Пока на данный момент минус 5. Нормально. Ну, будет, минус 15 будет, наверное. Ну, 15 не будет, я думаю, под десятка, наверное.
успокоилась. Впереди плохая дорога. Ограничение 20. Thank you.
Thank you.
Никак. Я вообще его знаю. Звезда открытия, я даже не скажу. Эти вам очень. Спасибо. Потом все. Нет. А? Нет. Насыпались? Ну. Ты что, крышу сосала? Ее? Да. Иди. Ой, любовь какая. Замуж. Ну так, кабель. Ну что? Так, у вас сколько у нас остановка? 18 чем-то, 15. 18. Да. Ой, сейчас у нас в Москве. 17:10. Через час. 18:30. Канаш. Через час. Ну-ка, пойдем курить. Час уже? Час 20. Мы все уже по московскому времени, да? Да. Просто не успели. Что говоришь? Пояса замучили уже эти. Замучили. А попробуй с Владика приехать, я посмотрел бы на тебя. Ага. 6 часов, по-моему, Владик. Разница, не знаю, 10, наверное. Не, 8-9. Когда я звонила, Владивосток, Хабаровск, 7 часов. С Иркутском, по-моему, не снял, нет? Ты вчера смотрел. Да, смотрел. Сейчас же объединили пояса, где-то добавили, что убавили. Что, как-то едем в космос. Вот тогда, да, поясами, ой, как связываются. Когда я позвонил тебе, помнишь, да? Да, 2 часа ночи. А там 2 часа дня. А вот тут, знаешь, бывает, говорят, типа, две минуты, как бы, да, поезда. Да, если ты пассажир какой-то, да, пришел там, и пока он читает, 19-го года, если он тут был с кормой хода. Что делать? Ну, заранее, наверное. Или заходит там, а потом тебя порадует. Были такие, но где это? Что? Была на Дели. Ну, я не помню, либо вот в этом поезде, либо там мы ехали, люди заходили, ну, кто не успевал, заходили в другой вагон, а потом уже, это вот, когда мы в предыдущий раз позвонили, а потом уже сквозь вагон и шли, он какой-то спрашивал, какой вагон. Вот я говорю тоже, в Красноярске, крыша у меня поехала, я сказал, 14 направления, 14, в надежде на то, что это после 2 часов у меня будет время, ну, запись, да, выступить. Оказалось, что не учел пояса эти.
бухать. Поэтому выехали уже. Все, пошли в полк. Смертался. Ух ты! Не-не-не, не пугай. Что пугай? Я не пугаю, ты побыли. Ты же, эх, мужики, мужики, чего не понимаете в жизни? Еще такие там не пришел. Ну, с такой скоростью мы точно шапочную разберу. 30 километров. Да, 30 километров. Видишь, конечно, какая-то станция будет, да? Ну, в туалет можно сказать еще. Получилось, говорю, с ним попрошу, что-то насторожилась, да? Увидела. Мама что-то заволновалась, и собачка тоже. Ну, у меня настроение такое, она чувствует. Ну, конечно. Я сидела, такое слабое, такое настроение, такое даже паршивое, не спорь, даже сижу, наш зубы. И она прямо тоже, знаешь, начинает тоже что-то да. Нервничать, спокойно. Да. Говорят, у человека отнять одно чувство, например, зрение. У нее появляется слух, улучшается, или какие-то другие, вот, или наоборот, слух, зрение. А вот у них то же самое. Они вот хотят контакт найти с человеком и развивать свои способности. Да, Лука? Все понимаю. Скажи, мама. Скажи, мама. Пойдем. Собаки, которые это говорят. Да, я слышала. Я даже слышал, ну, в Казахстане, в Алма-Ате есть слон, который говорит. И вот он привык к фразе «Батыр хороший» и «воды». И вот он говорит своим детям, кто за ним ухаживает,
А тут они приходят, говорят, там есть такой бартер хороший, ну, грубо там, вот, и потом воды. Есть корова, но только что-то тоже с коровой связано. Многие животные, вот как бы, как это называется, когда вот начинают искать способ общаться с человеком. На меня что?
еще раз ему 5. Все, хватит. 17:30 будет остановка. Электрик, что ли? Электрик. Ой. 18:30 остановка. Все. После этого. Нет, я не могу. Через час. Еще целый день. Ну, как раз к этого времени и стемнеет, я думаю, остановлю запись. Мне так такая и копейка. Начнем. Страшно, и начнем потихоньку собираться. Сколько осталось до посадки? 12 часов до высадки.
чуть поменьше. Ну, 5 часов примерно утра, да? Ну, вот как раз таки осталось 11 часов. 11? Ну как поездка в поезде? Нормально. Да. Вот книжку подобрать взял. Как бегаешь? А? Ждешь, когда по 3-4 сигареты подряд. А, ну, я вам сейчас покурил. И две сигареты аж хреново стало. Нам что, осталось два доширака? Угу. Колбаса? Да, колбасы и хлеба еще много. Вот где оно? Нет, наверху, по-моему, я бумагу завернул в полотенце бумажное. Нет, есть только чипсы. Ну, можно. Как открывал? А? Как ты опускал сиденье, помнишь? Вот это фирменное. Бог, ё-моё, это целое? Да. Нам пакет понадобится, да? Ну, не знаю, может быть, видите, сланцы. Тапочки может там сложить. Ой. Папа, я пишу ему. Да ё-моё. Не, ну скорость, смотри. Что это за скорость? 40 км в час. Ну, в Татарстане везде так ездят? По городу там кругом полицейские и ограничения 40. Да. Я думал, там все будет. Нет, черный нож, как понимал. Что, не знаю, вот неси черный карты. Все, я. Я ему не хороший, как понимал. Спасибо, ты сразу подкинь. Так же легче. Томатный сок будешь сливать? Ну, по-моему, этот уже... Там жарко. А сейчас что делаешь? А? Ничего. Мама, ты с чего помнишь? Я дом взял. Рада меня угостили. До конца, до начала поезда. Уже не ходил? До машиниста. Ты на стол положи. Ой, блин, я что-то забыл. Достал, забыл. Через вагон, там такие хорошие проводники, вообще прям чудесные. Вот. И у вас есть сливки на груди? Без повода вагона сразу спроси, товарищи. Кто бы не устала, собаку еще надо перевезти. Через 16 вагоне там купе. Там едет женщина с дочкой, у них три собаки. Там так воняет мочой, просто безобразие. И все в пеленках. Три собаки, да. А что собаки? Эти, Юрики. Да. Юрики, что такое? Бедные Юрики. Нью-Йоркский терьер, что ли? Черепа там. Приятно вообще, ведь вагон промахнулся. Забирай, бери ноги эти. Эти, да? Ё-моё, вот сейчас целый кусок. Сам просил взять еще? Дядя, будешь колбасу? Я тебе сейчас дам. Пойди, давай. А?
надо, мама уйдет, и не заметит. На, Юрий. Бума, предательница. Я тебе... Что, съела? Хлебушек. А, хлебушек? Не надо, без кошечки. Без кошечки. Да, конечно. Можно жевать и шею. Бума. Где ваша жена? А ты сейчас это проверил, да? Не пропало ли? Можно ли кушать? Все. Переводывайте точно. Я вот там. А, ну что, попробуй. Погоди, да? Я все делаю, что осталось. Легко. Я? Да.
Поморщись там тебе. Иди сюда. Ты хочешь, что
адрес. Thank you.
Сиди, сказала. Ты меня не услышала, что ли? Сиди здесь. Вот посмотри, посмотри. Чего? Не видишь? Не вижу. Я сидел там приметом немножко. Ё-моё. И это приказывает жить. Всегда себе потребляет. Уйди со стола быстро, чтобы пиздану тебя. Нехило ты кушаешь, да так оно. Да что от меня оторвать? Чего зарядился? А? Чего ты зарядился? Да все равно же темно. Сейчас 15 минут и все. Дома досталось тебе.
походу нет. Раз ты даже не будешься. Смотри, хило. На два деления зарядился, аккумулятор остался лежал. Хватило бы на полчаса еще. Это же королевские колеса. Умная собака. Ты что, грызаешься? Вот так вот. Спыкин тебя пойду между вагонами. Thank you.
приближаемся к финишу. Финишу нашего Красноярск, Москва. Съемка «Светлое время». Россия из окна поезда. Надеюсь, на 30 минут хватит аккумулятора. Съемка, ну, меньше 12 часов, часов 10. Куда там?
сколько она лежала на солнце? Вот у вас платье есть, смотрите. Одевайте. А? Платье? Вы одевайте. А? Одевайте, посмотрим. Платье? Если вы себя одеваете. Она а чье это платье? Платье. Для дочки? Для Шарля. Не знаю, как это. Вот так вот найдешь на улице, с ума сойдешь, когда будешь разбираться, что это такое. Да, ну что тут разве? Ты что, косточка или что? Это для супчика. Кусок хлеба надо, кусок колбасы. Я жопа у него Это массаж, да? Не, она у них с этим, типа как зубная паста. Ну и кто из животных будет зубную пасту жевать? Ну, это... Кусок колбасы надо. Чтобы зубки были, чтобы со рта приятно пахло у нее. Кому? Я же с ней всегда хожу. Эх, бедный, бедный сладкий. Как она ее видит? Ну, королевская кровь. Спорим, она поменяет ее на колбасу? Нет. Пари. Положим косточку, положим колбасу. Она выберет колбасу. Да, Умка? Умка, колбасу выберешь? Чувак, да. Зачем? Игрушка, скажи, вот это да.
так вот теперь читать. Что передает? Какой сигнал? СОС. Надо витаминки вводить, чтобы капнуть. Рыбий жир, наверное, да? Ничего себе приданного у собачки. Сок собачьей радости и ничего больше не надо. Темнеет. Осталось 35 минут, да? До чего? До остановки. Да нет, 20 меньше. 14. 14 минут осталось? Да, но может половина это. Смысл уже снимать, уже ничего не видно. Ну, а тебя видно? Ну, что-то... Не, видно. Не, что-то видно там на улице. Ой, гость. Ой, что-то видно. Так, остановка. Для чистоты совести я достану. 18.30. 14 минут. Еще раз, остановка какая? Анаш. Анаш? Константин. Александр, Николай, Анна, Илявый, Шапокляк. Да. Шепелявый мне понравилось больше. Канаш. Повторяю по буквам. Кабель. Алкоголик. Наркоман. Наркоман. Алименщик. Негодяй.
смысле, уже было. Канан. Да, последний. Шапокляк, не шапокляк. Шваль. А шепелявый? Шепелявый. Да уж. Но он на горизонте показался шепелявый. И стоим полчаса. Да. Один час, 30 минут и еще 2 часа. И 5 минут еще. Да. Короче, стоим до... Пока земля сама не подъедет. Нет, до 4 часов 42 минут. Потом тупо телепортируемся. А, ну правильно. Правильно. Житие мое. Задумалась, как человек. Такой взгляд задумчивый, да? Повторяю, съемка маршрута Красноярск-Москва подходит к своему логическому завершению. Далее движение в сторону Москвы будет в темное время суток. Снимать ничего не будет видно.
Город Каныш. На этом съемку видео о маршруте Красноярск-Москва. Россия из окна. Из окна поезда останавливаю. С вами был автор видео «Дорог России» и видео «Дорог России 2». Даст Бог, до новых встреч. Что такое? Стекло.